История с прощенными чеченцам долгами за газ получила свое продолжение в Омске. Напомним, не так давно стало известно, что Грозненский заводской районный суд удовлетворил иск прокуратуры Чеченской республики компании «Газпром Межрегионгаз Грозный» с требованием списать долги населения в размере 9 миллиардов рублей. Аргументом для списания стало мнение суда о том, что задолженность является безнадежной к взысканию, а попытки требовать ее оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения. После нашумевшего инцидента депутаты парламентов различных регионов составили собственное обращение в прокуратуру. Все они также требовали списать долги местному населению. Лидер фракции КПРФ в законодательном собрании Омской области заявил о намерении обсудить данный вопрос с коллегами. Такого быть не должно. Почему сибиряки должны платить за республики Кавказа? Поэтому подход должен быть однозначно одинаковый. Та вот инициатива, которая в ряде регионов пошла, обращение в прокуратуру, там, в частности, из Саратовской области, из еще целого ряда субъектов Российской Федерации, только однозначно поддерживаем. Вообще эта тема должна быть предметом рассмотрения в Государственной Думе. Отметим, что по итогам ушедшего года газовая задолженность населения в нашей области составила свыше 84 миллионов рублей.